В Нинском округе произошло первое в этом сезоне происшествие на воде. По предварительной информации, в результате инцидента пропал без вести мужчина 1984 года рождения. Тему продолжит Василий Хатанзейский. Первый в этом сезоне случай без вести пропавшего человека на воде произошел вблизи поселка Харута на востоке округа. Звонок поступил 16 мая в 17:30. От местного жителя о том, что ими было обнаружено в 135 километрах вверх по реке Хоседа вещи, спасательные жилеты. Обстоятельства инцидента расследуют на месте участковый инспектор. Также проводятся поисково-спасательные работы. Глава муниципального образования своими силами и силами местных жителей проводит поисково-спасательные мероприятия. Выехали на маломерных судах. Тралят дно на месте аварии, человека ищут. Управление МЧС России по Ненецкому автономному округу советует жителям региона перед каждым выходом на воду придерживаться следующего алгоритма. Первое, это, конечно, нельзя выезжать на маломерном судне в состоянии алкогольного опьянения. Второе, если маломерное судно длиной 4 метра и менее, то на судоводителях и пассажирах должны находиться обязательно жилет. Ну и четвертое, перед выходом в путешествие или на рыбалку надо обязательно осмотреть свое маломерное судно. Следует также придерживаться сроков, разрешающих навигационный период для маломерных судов в соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого округа. С 20 мая открывается официальная навигация для маломерных судов. Мы сегодня ходили уже вниз по Печоре, это до Нарминоса, река чистая, завтра пойдем до Каменки. С 20 мая мы готовы, в принципе, уже выходить полностью на расписание. К перевозкам флот у нас готов. Напомню, по распоряжению главы региона Юрия Бездудного, с 15 мая разрешена навигация для маломерных судов в Канинском, Омском, Пёшском, Шоинском и Тиманском сельсоветах. С 20 мая навигация откроется для Наринмара, поселка Искателей, Андикского, Великовисочного, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского и Тельвисочного сельсоветов. А с 1 июня в поселке Амдерма, Карском, Колгуевском, Хасидахарском и Юшарском муниципалитетах. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».